состояние спад, вообще никак себя не проявил. Наверное, удара 3-4 из 13. Первый тайм дополнительного времени стремительно катится к завершению. Вот вам и 1-0. Янис не успел себя проявить. А шанс у него уже был. 1-0, Уругвай. Так вот сборная Испании, вяло перекатывая мяч и дожидаясь того, когда все это воплотится во что-то путное. Второй матч подряд в плей-офф попадает под то, что необходимо отыгрывать. С мексиканцами с огромным трудом отыгрались, проигрывали большую часть матча, пустили в самом дебюте. Догоняли, догоняли и догнали. Ну что, вышедший на замену, вот я говорил вам про Филиппа Николаса Винатти де Белавичуса, и этот метр 90.